Мы зашли в прикольный музыкальный магазин, называется «Гитар-центр». И здесь мы зашли в отдел барабанов. И сейчас Лёшке очень нравится барабанить. Вот, весь в дедушку. Лёшка играет на барабанах. Давай, Лёх, играй. Прошел час. Лёшка все барабанит и барабанит. Здесь целые ряды, все в барабанах. Вот, смотрите. Все в барабанах. Вот здесь в барабанах, здесь в барабанах, здесь. Также есть hand drums. Вот видите. Руками играть нужно на таких вот интересных барабанах. А вот еще вот руками играть нужно на таких. Тоже прикольно. Такой классный синтезатор Roland. Продается их. Также здесь много разных микрофонов, Shure. И не только. Можно тут их послушать, как они звучат. Вот эти наушники одеваешь и поешь. А вот это отдел разной электроники. Пэды, на которые можно нажимать. Вот такие тут разные звучки. Тут вообще целая станция Акаи. Вот. Ну, в общем, классно, есть что посмотреть. А это вообще все аналоговая штука. Классно. Так, это не звучит. Это что у нас? Это тоже не звучит. Ну-ка, это? Тут тоже не звучит. А вот это вообще моя мечта, Genius Yamaha. Классная. Сел на классный синтезатор, называется Genius. Смотрите, что он умеет. Нажимаем и... She's got him, your baby, she's got him. I'm your Venus, I'm your fire, your desire. И куда? Короче, на таком синтезаторе живьем играть, как целый оркестр, очень клево. У меня, к сожалению, одна рука, другой я держу телефон, так бы я еще и правой бы поиграл. Класс! Стоит такой синтезатор, сейчас вам покажу сколько. Стоит он 5500. Тормози.
Пацанова. А вот мы зашли в световые приборы. Разные колонки здесь, пульты цифровые. И что мне нравится, вот в этих пультах, смотрите, ребят, я нажимаю на программу, например, B, хоп, хоп, и пузунки, видите, сами выстраиваются. То есть я жму программу A, ставлю вот эти пузунки в нужное мне положение, и уже когда я нажму B и вернусь в A, видите, они в этом же положении остаются. Очень клевый пульт. Стоит такой пульт $4000. Но, конечно, он прям суперский. Смотрите, сколько много каналов. Мечта, мечта. Лёх. Ты чё разлёгся-то? Лёхе нравится. А еще тут есть всякие диджейские пульты, мечта диджеев, всякие тут можно крутить треки. Их тут очень-очень много, все они в основном подключены к макбукам, там стоят специальные программы, в общем, тоже клево. Стоит тут такой вот наборчик $2000. Ну вот мы дома. Нам очень понравился магазин Guitar Center, мы туда очень часто ходим, играем на разных инструментах, смотрим разные инструменты. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на наш основной канал, который называется Михайлов Live. Всем пока-пока!